Дежурную часть Успенского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу обратился 65-летний житель города Москвы с заявлением о том, что у одного из домов в селе Успенское неизвестный угнал автомобиль-иномарку. Сумма ущерба составила 750 тысяч рублей. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении этого преступления был установлен и задержан 37-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Идет выяснение всех обстоятельств.